Предприятия «Металлинвеста» неоднократно признавались лучшими на всероссийских и региональных конкурсах в области охраны окружающей среды и инновационного развития, получая высокое признание общественности и профессионального сообщества. Генеральный директор управляющей компании «Металлинвест» Андрей Варичев так рассказал об экологической политике компании «Металлинвест». Минимизация воздействия промышленных производств на окружающую среду является приоритетом для «Металлинвеста». Компания неукоснительно выполняет нормы природоохранного законодательства и придерживается принципов рационального и бережного отношения к использованию природных ресурсов. Ежегодно на предприятиях реализуется комплексная программа, позволяющая сохранять уровень воздействия на окружающую среду существенно ниже установленных норм. Только в 2015 году текущие затраты компании «Металлинвест», связанные с природоохранной деятельностью, составили более 6 миллиардов рублей.